I don't do this for the riches, I'm infected, my condition is I'm always in my head. These words are my religion, I'm obsessed, it's by decision, I'ma do this till I'm dead. Приехал посмотреть на соревнования, которые проводятся при поддержке московского спорта и которые проводит Московская городская федерация пейнтбола. Знаете, это очень прикольно, потому что сюда приезжают целыми семьями играть, смотреть, болеть. Это такой невероятный драйв, позитив и так далее. А главное, что это все бесплатно. Играть за мушкетеров, потому что там играет мой папа, а турнир мне очень нравится. Больше всего понравилось нажимать кнопку, это очень красиво. Это мероприятие отчасти семейное. Мне очень нравится, как член этой команды, что молодежь подтягивается, что наша команда живет. И надеюсь, что в будущем у нас будет больше и больше молодых лиц. Меня Полина пригласила на этот турнир, мы вместе учимся в одном классе. Мы до турнира не были знакомы, но поиграв вместе, мы сплочились, мы познакомились. Я уверен, что они хорошо играют, и они вообще вот. Приехала с детьми 12 и 13 лет. Очень классный турнир, дети счастливы. Спасибо организаторам. Ребята устраивают просто фантастическое мероприятие. Дети могут со стороны посмотреть, как играют взрослые, напитаться нашим спортом, получить ту самую вау-искру и продолжить в последующем играть самостоятельно. Поэтому RXL и РФП делают просто колоссальную работу в рамках развития спорта.